Представители природоохранной прокуратуры официально прокомментировали застройку в местечке Лесное. Напомним, житель Лесного подал иск в суд с требованием отменить решение депутатов городской думы об изменении границ охраны природной зоны. На территории памятника природы были выстроены два коттеджа. Суд иск удовлетворил. По заявлению истца, на место выходили представители природоохранной прокуратуры. Были выявлены нарушения норм градостроительного законодательства и правил землепользования. В адрес главы администрации было внесено представление с требованием устранить нарушение. Под надзорным прокуратурой и следственным отделом было принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 293 «Халатность». В настоящий момент мной данное постановление признано незаконным и необоснованным. Оно отменено, потому что вопрос довольно-таки серьезный и требует пристального внимания, соответствующих исследований и тому подобное. Вот, в настоящий момент материал находится в следствии, ведется доследственная проверка, уголовное дело отменено.